странное случилось сегодня днем. А? Что? Из комнаты Кали я слышала непонятный голос. По детской рации. Такой жуткий. Я побежала наверх посмотреть, но там никого не было. Наверное, просто радиопомехи. Эти штуки всегда что-то ловят. О, ну, не знаю. Звучало так четко. Что-то вроде шепота, да? У меня сердце в пятки ушло. Я сидела за фортепиано, услышала эти звуки, сделала громче и... А это еще кто? Тихо. Жди здесь. Кто там? Есть кто? Точно видела. Ладно, так, возьми Калли Фостера и идите к Долтону. Фостер, идем. Кто это, мам? Это сигнализация.